Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Звезды бокса». Ну что же, так, новый рекорд. Никаких рекордов, ребята, у меня пока не было, не надо свистеть. Так, ну что же, мы, наверное, продолжим с вами, да, нашу историю. И у нас тут Рейн. А кто это такой? Ёпарс, это вы посмотрите, сколько здесь, я так понимаю, это все противники наши, да? Скорее всего, так оно и есть, ребят. Ух ты, их тут дохренище просто. Хорошо, но мы с вами приступим, естественно, с Рейна. Хотелось бы, как бы это сказать, посмотреть, что это за фрукт и с чем его едят. По крайней мере, он выглядит, знаете, как будто он какой-то деловой парень. Ну, по крайней мере, студент, что ли. Ладно, ребятушки, нечего гадать, будем проверять. И я готов. Ну да, пижон какой-то, ё-моё. Файт. Так, у него что? У него джеб 4 уровня, у меня джеб 1 уровня. Невыгодно, тем более он канадец. Хрен с ним, я накатаю ему по полной программе, я должен это сделать, ребята. Как говорится, русские не сдаются, поэтому вперед и с песней. Не надо там шуметь. Так, раунд первый. Я удивляюсь, неужели тут можно еще... Да-да-да-да-да. Так, погнали, ребята. Хоп. Давай-давай-давай. Так, он прикрывается, но я смотрю, это его, ребята, не спасет. Тыч. Единственное, что меня раздражает, почему у меня... Вы видели его рожу, а? Лежи лучше, гад. Лучше лежи, не вставай. Я тебе хребет переломаю просто-напросто сейчас. Да. Да, именно этого, ребята, я и дожидался. Во. Да-да-да-да-да. Не психуй. На ранг С я получаю, ребята, 4-й уровень. А этот злится. Ты посмотри. Хорошо я его уделал, да, ребята? Так, ну что же, погнали. Да-да-да, поздно, как говорится, после драки кулаками не машут. Он что-то тут говорит, типа, ну вот тут все так произошло. Я не знаю, как так вышло, ты даже ударить не смог. Оу, оу, эй, чувак, я твой следующий оппонент. Готов ли ты со мной подраться? Да, хмырь, я с тобой готов подраться. Но прежде, ребята, я схожу куда-нибудь. Куда сходить нам? К бабуленьке? Или прокачаться маленько. Давайте мы прокачаем маленько скиллы. Блин, ну этот чувак, конечно, такой здоровый, при этом такой пластичный танцор. Так, ну что же, давайте глянем скиллы. У нас очень много скиллов. Надо их прокачивать все. Сколько? Мы потратим сюда 2, да? 2 силы. 4, 6, 8. Это у нас получается боди. Джеб. Боди джеб. Хорошо, ладно, я попробую, ребята, вкачать это дело. Все, мы 5 уровня. Ну, зато у нас не осталось больше стронжа. Стронжа не имеет значения, короче. Так, но в любом случае, раз мы уж сделали, надо будет нам брать именно вот этот вот удар. Да, именно его нам придется активировать. Кстати, что я туплю-то, ребят? Открываем, конечно же, новый слот. Ё-моё, у нас 50 голды есть. И все, и в принципе, проблема на этом исчерпана. Эквип, да, вот. О, я следующий аж за 500 голды. Ну, есть, как говорится, стимул, ребята, играть в эту игру. Качаться, развиваться. Мне бы, конечно... Так, апперкорт, это, конечно, хорошо. Так, это хук. Блин. Нужно вот это вот, ребята, да, вот эта штучка нам бы... Хотя, подожди-ка, это у нас контр мастер стэнс Рокки. А вот это у нас... Погоди. Так, это у нас стан. То есть, я так понимаю, что... Повышение стамины, что ли, так? Блин, вот знать бы точно, ребята, черт подери. Так, атрибутика, короче, станнер. Контр-атака. Блин, давайте попробуй контр, ребят. Я не уверен, конечно.
Так, и что мы здесь тратим с вами? А, опять же идет стронг, сила. Стронг, ну, ребят, нифигашечки не получится, потому что у меня ее нету. И для этого мы с вами идем на тренировку. Естественно, будем качаться с вами за монетки. 29 минут, ядрено уж, ладно. Давай, блин, ускоримся, фиг с ним. Сколько ты нам дашь? 3, да? 3 очка. Ну, я считаю, что это хорошо. Экстремальная тренировка. Давай. О, 7. Что там? Нужно, для следующей нужно, короче, ребята, 300 звезд. Чтобы дальше я мог, естественно, развиваться. Это уже на 7-й сезон. Ладно, хорошо. Раз ты меня так кинул, пойду-ка я, ребят, тогда прокачивать себе стенс. Давайте, наверное, контрудар. Контратака. Так, вот только бы знать, когда. Так, это мощность, а это у нас счастливый удар, что ли? Или удачный удар? Ладно, сделаем вот так вот. Маленько того и маленько. А что маленько-то? Мы можем, наверное, вот так вот сделать, да? Блин, не хватает чуть-чуть. Хорошо, давай попробуем вот так вот. Да, я думаю, будет самое то. Тратим. 7-го уровня он у нас, ребята, становится. И мы его, естественно. Ну, а, эквип, ё-моё. Все время забываю. Ну, вот как-то так. Хорошо. Вроде бы с этим мы разобрали все. Единственное, что я точно досконально, ребят, не могу вам сказать, что вот, ну, блин, что-то вот эти вот джеб и вот этот вот, они как-то похожи друг на друга. Может быть, надо было мне вот этот все-таки раскачивать. Хорошо, потом все это, ребят, мы посмотрим. Так, возвращаемся. Значит, качок у нас, грубо говоря, в откате сейчас в данный момент. Он будет ждать, когда мы с вами раскачаемся, чтобы дальше нами заниматься. Так, детка, что ты мне тут хочешь сказать? Забираем реворд. 10 голды, спасибо большое, очень хорошо. И еще 10 голды. Шик и блеск. Так, здесь мы тоже с вами можем что-то забрать. Здесь фишки уже какие-то. 6000 фишек. Интересно, а зачем они нам? М? Зачем нам вот эти фишки? Так, и здесь тоже мы получаем с вами голду. Так, по-моему, все, да? Очень хорошо. Теперь вопрос. Куда эти потратить? В социальное... Че? Подожди-ка. В социальное меню у друзей. Это где ж такое? О, менеджмент у нас открылся. Дженнифер ее звать. Типа, добро пожаловать в McKinney Company. Меня зовут Дженнифер Чин. Типа, я ассистент-менеджер. Хорошо. Вы являетесь клиентом нашей компании. Так, хорош, что, короче, звездеть. Давай-ка мы посмотрим, что у нас такое здесь. Так, для матча что-то тут она. Ах, понятно. Ну, давай А, вот оно что. Ух, ребятушки, вот где веселуха-то начинается. Естественно, я буду брать вот эти вот кроссовки. Они отлично. О, блин, ты посмотри. Я считаю, что я круто смотрюсь. Так, можно здесь также по отдельности все, да? Шорты вот эти вот, например, надеть. Ух, тоже неплохо смотрится. Так, и... Ты представляешь меня таким, а? Детка. Нихера я, ребята, блин, у меня прысачок. В общем, все дела. Да, смотрюсь эпично. Ну, татуировка, конечно, не есть, но для России, мне кажется, это самое то. Жалко, конечно, то, как бы вам сказать, не двуглавый орел, а тут корона Российской империи. Пожалуй, я, наверное, вот так вот оставлю, ребят. Вы мне пишите в комментариях, какой бы вы хотели увидеть стиль. Стилей тут, на самом деле, ну, прилично. Есть тут еще выбирать, на самом деле. Так, и что-то тут закрыто. Ну, я думаю, что вы бы, наверное, хотели бы, конечно, вот футболочку ту посмотреть. То есть, подожди-ка, а где этот сет у меня полностью? Его почему-то у меня не стало. 150 голды стоит вот такая вот футболка.
То есть это очень меня радует, что здесь можно покупать одежду и все тому подобное. Так, ну я, наверное, вот так вот все-таки оставлю. Все, короче, с менеджером понятно. Также мы можем изменить себе лицо, я понимаю, да? Ну, я не хочу. Так. Нет, спасибо большое. Так, что же. То есть в данный момент у меня вот это. И я могу, не, ну я не хочу в этой в дурацком шлеме, ну как дебило это на самом деле. Мне смотрится сейчас. Прически тоже пока у нас закрыты. Так, костюм. Костюм у меня от... почему-то такой. Ребят, поясов у меня пока еще нету. Видимо, будет он потом пояс еще здесь на себе носить. Так, хорошо. С лицом мы до сих пор еще так не разобрались. Это закрыто, это все у нас тоже закрыто. Я, видимо, могу, смотрите, наушники тут, какие-то маски, очки. Короче, все у нас будет хорошо. Оу, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Отвернись от меня, ты страшный какой-то. В общем, потихоньку я разбираюсь. Все, это у нас, короче, как бы менеджер по имиджу нашему. Тут еще свенг должен быть открыт, но пока почему-то закрыт. Хорошо, ладно, у нас тут еще шоп. Но это шоп, по-моему, реальный, да, или нет? Да, это у нас, ребят, за бабло, за реальное. Так, такой мы с вами открывали сундучок. Больше пока я не хочу. Так, и что же у нас такой социал? Я уже забыл. Кто такой Шлейер? Что ему нужно? Мы с ним, видимо, еще не общались. Так, хорошо, что он мне предлагает? Друзей. Каких ты мне друзей тут можешь предложить, а, Шлейер? Так, искать друзей. Рекомендации какие-то он мне дает. Введите характер. Че? Можно найти в Фейсбуке. Можно так, так. Поиск и в мейт. Фиг знает, ребят, короче. Я знаю, что в Фейсбуке у меня много друзей, но здесь почему-то нет возможности выбрать. А если мы вот так нажмем? Так, от 2 до 16, да? Ну, например, подожди-ка. Альфабет и номер, блин, хрен его знает. Искать. Это я наугад просто нажал, ребята, и он нашел какого-то. VQ. Нет уж. Нафиг, не будем здесь, ребят, пока мудрить. Фотоматч тоже пока закрыто у нас. Хорошо. Клан, ну клана у нас пока нету. Ну-ка, бабуленька, что ты мне здесь расскажешь? Так, спонсор, модификация. Давай вот сюда зайдем. Так, экипировка. Ну, естественно, мы, ребята, наденем вот эти перчатки. Оу, максимум я их могу до 88 прокачать, да? Понятно. Ну, вливать нам больше с вами нечего. Так, пускай они будут у нас экипированы. Материала у нас нету для переработки, как говорится, в улучшение. Будешь носить их или нет? Почему? Почему они сюда вот не приносят, ребят? Я не понимаю. Так, апгрейд. Ну, апгрейд мы не можем никакой сделать, потому что нам не из чего. Все, короче, перчи у нас с вами есть. Спонсор. Ага, ну тут у нас спонсоры. Это я помню, ребята. Каждый спонсор нам что-то предлагал. Так, мега. Второй грейд. Ё-моё, тут офигеть. Так, ну по грейдам пока у нас еще все кисло. Короче, ребята, грубо говоря, все сводится к тому, что нам нужно идти с вами на ринг. Так, здорово, давненько мы тебя не видели, Самуэль. Что ты там мне расскажешь? Сколько? 7000, грубо говоря, 7000. За что? За фишки вот за эти вот? Ну, ребят, вы уж, извините, ну это уж вообще грабеж. Так, ну что, ребят, я выгляжу солидно, эпично. По-моему, пора нам с вами идти. Что такое? Что он там орет? Короче, лига.
Я готов. И надеюсь, у меня все пройдет. Ищем. Что у него за горшки на руках, ребята, а? Слушайте, у него хук 5 уровня. Смотри-ка, у него есть какой-то супер-мега удар. У меня почему-то такого нету еще. И у него 16 звезд. Да пошел ты знаешь куда, блин. Мне, по-моему, рановато с ним еще драться. Рекорд. Лузы. Рематч. Переиграть, не знаю, что это такое. Так, пойдемте, ребята, в историю с вами. Все, вот, я понимаю, вот с этим вот Ревард нам дадут обычные какие-то дешманские перчатки. Оу, вы посмотрите на этого толстячка. У него упер 4 уровня, я думаю, что никаких проблем с этим жиробасом не будет. Я его сейчас по-быренькому распишу. Ну, так. Отлично. Приступим, пожалуй. Погнали. Оу, щетос. Так. Зачем же я так промахнулся-то? Слушай, ребят, я, по-моему, этого жиробаса чуть-чуть недооценил. Так, подожди, подожди. Он же должен быть в стане. Давай, давай, давай. Оу, крутенько. Нифига он там подлетел. Так, жирный лежи. Ты посмотри, оклемался, гад. Типа нормуль, да? Все нормуль, да? Хорошо, он себя чувствует превосходно. Блин, все-таки, ребята, у ворот надо расставлять на кнопки. Это не дело, блин, мышкой тут постоянно. Оу, нет! Оу, не-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 не, вставай. Что? Что, 50 голды за то, чтобы я встал? Да вы издеваетесь, что ли, надо мной, ребята? Вот тебе и жир тряс, вот тебе, ребята... И замочил фокус жиробас, блин. 50 голды отдать за то, чтобы, блин, оклематься. Лежи, говорю, гад. Лежи, нафиг не дергайся, лучше по-хорошему. Фу, ребят, повезло. Да, но 50 голды я потратил. Все-таки он мне синячок так поставил. Не только. Такая рожа у нас. Ну что же, мы с вами зарабатываем перчатки. Походу, дело идиотские. И ранг S у нас как-то странно немножко. Но, тем не менее, я рад. Да-да-да-да-да-да-да. Я знаю, как ты расстроен. Ага, и тут Лео такой впрягается, типа. Ты следующий. Хорошо. Я не отказываюсь. Я готов. Что у него? У него хук пятый. Блин, ребята, надо мне как-то сделать вот эту вот расстановку на уворот и на защиту. Сейчас попробуем это сделать по-быстренькому. Ну что же, ребята, Лео так Лео. Погнали, я готов, в принципе, не знаю, как он. Но выглядит он дрищевски. Бразилия, значит, у нас, да? Хорошо. Естественно, файт. Сейчас будет файт избиения. Я надеюсь. Не хватало, конечно, мне здесь упасть. Потому что золото я тратить не собираюсь. Так. Хорошо, красавица, я тебя понял. Раунд 1. Но, черт, промахнулись. Что такое? Что за вот... Так, отлично. Хорошо-то как. Тихо, подожди, надо мне вот это вот прописать ему. На. Получи, гаденыш. Йо. Получил, гад. Смотри, у него там был удар неплохой, ребят. Но я ему прописал апперкот. Черт, смотри, оклемался. Восстановился, гаденыш. Так, я в блок, ребята. Оу, нет, 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 нет. Нет, я буду пытаться подняться сам, да, ребята. Я поднялся сам лично. Да и отвали ты. Че, раунд первый кончился? Оба такие хорошенькие, да? Ой, не знаю, ребята, поехали. Раунд 2. Черт подери, ни за что бы не подумал, что у нас будет второй раунд. Еее, хорошо-то как я его накрыл.
Лучше лежи, гад, лучше лежи, я тебе говорю. Не вставай, не надо тебе вставать, парень. Черт подери. Да, потрепал он нам. Не все так просто, как я думал. Получаем еще перчатки с вами. Левел 5. Ну что же, я доволен, в принципе, ребят. Так, ну-ка давай-ка посмотрим, что у нас тут. Оу, а вот это уже какой-то выглядит, по крайней мере, посерьезнее, если честно. Ай, чувак, зашугался. Слушайте, я даже не знаю, Энтони, да, такой чувак? У него перчатки... Не знаю, ребята. И хочется, и колется, и боязно, и надо, в принципе. Погнали. Была, как говорится, не была. Черт, я его побрал. У меня по всем параметрам, ребята, круче получается. Но почему-то мы всасываем по полной программе. Я понял, что раунд 1. Тихо, тихо, тихо. Оу, сейчас было больно. Смотри-ка, он тоже... Ты будешь бить, олух. Давай прикроемся. Опа-на, ребята, сейчас бы... Сейчас было раскрытие такое довольно неплохое. Есть, я ему все-таки прописал. Черт подери, он тоже мне... Черт, ну, да будем бить-то или нет? Есть! Все-таки мы первую ему накатили. Хотя у нас тоже очень мало здоровья, 75%. Так, погнали. Надо его как-то ушатать, ребят. А, раунд первый кончился. Ну и физиономия. Блин, мне кажется, что у меня перчатки эти душманские просто. Вообще. Блин. Есть! Сейчас было очень хорошо, ребята. Опа, пропустили удар. Так, встаем, 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 встаем. Фу, оклемался, молодец, малорик. Жизнь у нас еще нормально, отлично. Накатили говнюку. Так, я думаю, что вряд ли он здесь уже встанет. Хотя... Нет, не должен. Есть, есть, ребята. Блин, мне кажется, перчатки. Хотя это уберские были. Так, мега перчи получили мы с вами. Тюрюц, вот тебе и да. Карлос, ё-моё. Тайрон. Так кто против нас? Самуэль аж бедный занервничал. Опа, ребята, если мы вот этого хмыресоса Хоу Ю Янг, блин, победим, мы получим довольно неплохой шмот. По крайней мере, куртка ранга С. Оу, ну я думаю, что это будет очень больно и жестко, ребята. Так, давайте-ка мы с вами посмотрим, что-нибудь новенькое у нас появилось. Так, что-то там она мне говорит. Что ты мне хочешь там сказать? Так, давай мы... Как выйти-то отсюда, ядрёна ложь? Как мне отсюда выйти? Стори моды? Нет, не то, ребят. А, вот, вот здесь же нам нужно... Так, я смотрю, у бабуленьки что-то для нас припасено. Спонсор. Так, где спонсор? Есть. Мега Панч. Что они мне предлагают? Коллекцию какую-то. Грейд 1. Ага. Вот такие вот перчатки. И что? Хадюкин. Помните, Хадюкин это где? Это Street Fighter. Выпускает этот шар такой. Энергетический. Ладно, хорошо. А как интересно мне повышать вообще грейды вот здесь вот у этих ребят. Ага, понял, кажется, да? Нужно собирать типа сеты. Наверное, так. Так, что у нас тут в менеджере? Как сравнить, ребята? Так, Хадюкин. Это, я так понимаю, есть супер удар у него, да? 832. Хорошо, сейчас мы, ребят, сравним с вами. 800, да ё-моё, 832, давай сравним вот с этим перчатками. 10! А сколько у этих перчаток-то? 35.
Да, ребята. Ну-ка, давайте тогда Хадюкин ставить. Естественно, придется их влепить. Давай-ка вот так оденем их. Так, подожди. Вот сюда мы их вставляем. Е. Вот так-то вот. Так, а раскачать их можно максимально до 1390. Кстати, я попробую их немножечко, ребята, апгрейдить. А ну-ка. Так. Так. Это. И вот если так. Уху. Апгрейдим, ребята. Жесть. Слушайте, я думаю, что все будет у нас хорошо. Так, мы какую-то анчивочку с вами сделали здесь. Ну-ка посмотрим. Еще 10 голды. Отлично. Голда нам никогда не помешает. Она очень сильно нам нужна. Так, что у нас менеджер предлагает? Открылось у нас... Ага. Это что такое? Прическа? Нет, прическа вот. А это у нас... Типа борода, усы? Ну, ё-моё, росомаха, галимый. Нет, не хочу я такую штуку. А она только одна у нас появилась здесь. Остальные нужно открывать. А так прикольно смотрится, мне нравится. Так, ладно, ребятушки. Как говорится, шутки шутками, но нам нужно с вами идти на ринг и дальше выёживаться, дальше побеждать врагов. Так, подожди, какой нафиг менеджер? Вот, домой. Слушайте, я надеюсь, что эти перчатки хороши. Вот насчет свайпа слева, справа. Так неудобно, ребята, вот, как говорится, мышкой это делать. Кто бы только знал. Ну что же, надеюсь, мы с вами сможем вот этого вот охламона победить. Очень сильно мне это хочется. Так, у него джаб 7 уровня, тут 3 уровня. И у него тоже Хадюкин есть, но у него 8 уровня. Оу, будет эпично. Вот тебе, блин, сейчас и файт. Да. Я понял. Ага. Что такое? Он меня, по-моему, пробивает, ребята. Да что ж ты? Мы будем с тобой сегодня драться? Или нет? Даун, все, я упал. Ребят, нифига. Да, конечно, встаем, 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 встаем. Воу, жесткий парень, ребята. Вот что я вам скажу. Там, неплохо. Тихо, давай я укроюсь. Так. Он, не забываем, ребята, может пробить. Есть, отлично сейчас. Оу, щет, опять, опять. Ну-ка. Попытаемся, попытаемся, попытаемся встать. Ну, мне кажется, что это, ребята, бесполезно уже. Нет, я клеймался немножко, но здоровья-то практически нет. Ну-ка, да, раунд там, во. Закончился. Жесть какая-то. Так, давай-ка выпьем. Здравствуйте, ему тоже досталось, блин. Ну-ка. Нагад, блин. Ай-яй-яй, вот это вот. Ты, ребят. Блин, у него осталось очень мало здоровья. Ё-просоте. Вот, значит, что такое Хадюкин. Черт, мы проиграли с вами, а. Так обидно проигрывать, но я, если честно, готов. Я думаю, что я должен отомстить, ребята. Блин. Вот свайп очень неудобно. Слева, справа, вот это вот больше всего напрягает. Именно удар, ударить. Так, ладно, давай делать. Так. Ну ты будешь бить-то. Да почему же ты так тормозишь-то, блин? Ты бить-то будешь сегодня или нет? Во!
И хадюки давай ему. Есть. Неужели он... Не-не-не-не-не, никакого прослабления ему, ребята. Пока он там будет сейчас думать. Есть. У нас очень мало здоровья, ребята, поэтому надо его бан... Только не хадукин. Ты посмотри, а, что творит, гаденыш. Ребята, время через... Точнее, раунд сейчас закончится. 3 секунды осталось. Блин. Жесть. Так, я возьму-ка энергетика себе. Он сейчас стопудово себе тоже возьмет. Нет? А вот это зря. Получи тогда, ублюдок. Лежи. Лучше лежи. Да не может быть, чтобы он встал. Ух, ребята, круто. KO, ну... Было серьезно. Не по себе. Там что, Трамп сидел, что ли? Или мне показалось? По-моему, он. Так, хорошо, ребята. Такой довольный, блин, этот Самуэль. Мы прошли с вами первую, типа, волну. Так, что ты там предлагаешь? Мы повысились по рангу, да? Кого-то он мне напоминает, а, ребят? Самуэль Л. Джексон, знаете, такого актера? Точно, блин. Так. У него капа. Капа, да, значит? А ну-ка, подожди-ка, давайте-ка мы посмотрим. Анчивочка у нас какая-то выполнена. Естественно, будем забирать золотишко, да, обязательно. Так, золото подобрали. Что еще тут есть? Менеджер опять что-то нам предлагает. Что? Так, предлагает нам штаны вот эти вот одеть. Хорошо. Предположим, я их одену. Также он мне предлагает... Так, а разве у меня... А, вот. Хорошо, выберем вот эти вот красачи. Так, вроде бы как все, да? Хорошо, тут-то что у нас? Кстати, у нас, ребята, меняется от того, что мы возьмем стамина, скорость и мощность. Вот в данный момент у меня баланс чистой воды. А здесь, смотрите. О, рожа какая. Такой, их мырь. Нет, нет, ребят, я оставлю своего баланса. Мне он нравится как-то больше. Так, хорошо, здесь мы разобрались. Бабуль, ты меня чем-нибудь порадуешь сегодня или нет? А в конце-то концов, блин. Давай мне что-нибудь здесь. Так, это понятно, что перчатки. Плюс, плюс, что мы можем сделать? Увеличить инвентарь, что ли, себе? А, мы открыли себе новый слот. Или он уже у нас был открыт? Так, экипировать куда мы можем? Сюда, что ли? А нужно ли нам вот эта вот простая, блин, рука уровня 1? Нафиг убираем ее. У нас все равно пока ничего нету, да, с вами? Мега джаб, джаб. Хука тоже нету. И апера тоже нету. Так, это что у нас такое? Это у нас, видать, для улучшения. Для апгрейда. Ясно. Так, здесь у нас, ребята, стоит капа первого уровня. Кстати, шорты у нас доступны. У меня же 6 уровень, да? Почему мы не можем с вами открыть? Вот здесь вот. 25. Ну-ка. Черт, не открылось. А 25 голды куда-то улетело, блин. Что я сделаю таким? Так, слот. Хм. Хорошо, смотрим. Так. Защита от хука 6. Ясно. Бабуль, бабуль, подожди, подожди. Мне... Да парень. Так. Ё-моё, да, действительно, я тоже за голову берусь. Сколько здесь? Тоже 6 6, 6. А здесь они все, короче, по стандарту идут. Штаны от джеба идут. То есть получается, что ничего такого нету. Хорошо, давай тогда мы с тобой вот эти вот апгрейдим. И для этого вольем вот это,
Это. Все равно они все одинаковые. Улучшаем, ребят. Конечно, хотелось бы мне, ребят, штаны надеть. Вот эти вот шорты. Но их никак. Максимально до 10 можно прокачать. Ладно, все, бабуль, я понял. Я ухожу от тебя. Так, что же нам еще? Все вроде бы, да, ребят? Погнали. Будем стараться дальше. Так, где этот Кристиан? Погнали. Ой-ой-ой, я чувствую, сейчас будет такой жестяк. Вот тебе и файт. Я весь горю просто-напросто, ребята. Черт бы его побрал. Шустрый, наверное, парень будет. Так, по-моему, я получил, да, по щам? Да чтоб ты... Да я его пробить-то вообще смогу? Что это как... Ну, хоть что-то... Тихо, ух. У него хлесткие, ребята, удары, очень хлесткие. Есть, блок пробил ему. Туш. Слушай, ну живучий, как я не знаю кто. Ты будешь бить сегодня? Как же неудобно, ребята, я вам честно скажу. Вот эти вот свайпы делать именно мышкой. Даун, ёпрасоте. Так, давай, родной, поднимайся. Солидно все. Пробили мы ему. Во! Вот это мне больше всего нравится. Охренеть, этот серия ударов. Ему просто повезло. Ну что, будем зарядку брать энергии? Я возьму. Я возьму, ребята. И он себе взял. Ты посмотри. А? Чепушило. Он первый сделал. Чмошник. Да и давай. Встаем. Ему не жить. Если я сейчас встану, ему хана, ребята. На, блин, чепушило. Ну, у него очень много здоровья, ребята. Он, конечно же, здесь оклемается. Где-нибудь вот тут вот. Да? Оклемается, нет? Да ладно. Ух. Победа. Здорово, да? Блин, а я тоже, ребята, активировал этот Хадюкин. Но он первый мне врезал, поэтому я отключился. Левел 6. Вот теперь мы с вами можем надевать штаны. Карл, свали отсюда, а? Вместе со своим тираном. Матис. Слушай, тебе бы дуралей на диванчике бы лежать, да мультики смотреть, блин. А не на ринге шуршать. Да, бабуля, я знаю, ты меня хочешь, наверное, порадовать чем-то. Да, именно вот этим вот ты меня и порадуешь. Так, ну что же, где у нас... Да нет, не это. Где у нас штаны, бабуля, а? Где штаны? Так, погоди, мне нужны штанишки, блин. Вот. Ё-моё, все время забывает. Так, давай вот это мы с тобой оденем. Да-да-да, именно сюда. Правда, первого уровня, ну и что. Так, а теперь мы хотим, точнее, я хочу посмотреть на Капу. Так, у нее 115 хп, а на нашей Капе сколько? Ну, на нашей, ребята, 691. Так что, ни в какие сравнения даже она входить не может. Сколько максимум можем? 1152. Короче, я, ребята, апгрейжу именно вот за счет вот этой вот Капы. Давай. Есть. Отлично. Так, а штаны у меня сколько дают? Защиты 1. До 10 могу прокачать. Ладно, хорошо. Погнали, наверное, мы с вами еще сделаем один бой. Попытаемся наказать этих чувачков. А в лигу, если я зайду, что будет, ребята? А? Давайте посмотрим. Кому-нибудь, может быть, сейчас нам дадут 24 звезды. Слушайте, давайте. А, можно вот так вот выбрать другого, да, оппонента. Давай попробуем, ребят. Хрен его знает, что будет. Сода.
Ох. Давай. На, оу, я его пробил, да как быстро. Черт, я его подловил, ребят. Оу, звездочки ловишь, парень. Все, тебе хана. Жесть какая-то. Ребят, я теперь понял, что такое вот, когда у нас там зеленый скилл с многими ударами. Когда он этот перк прописывает, просто неудержимый начинается. Он с такую серию комбинаций ударов прописывает, что любой просто упадет. Так, я получил 30 звездочек, 3 очка победы и какой-то пакет. Так, Эмма, браво! Ты, типа, дебютировал. Хорошо, спасибо тебе. Так, что такое 5 минут? Ордер. А, открыть. Будет открываться 5 минут. Хорошо. Бесплатно можно сразу открыть. Так, хорошо, я это делаю. Что нам отсюда выпадет? Открываем. И... 9 голды, 5 золота. Перчаточки. Слушайте, неплохо. Она за меня порадовалась. Ну, что это такое? Ого. 30, 30 чего? С такими ценниками, ребята, не-не-не. Ну-ка, ну-ка, подальше. Ну что, давайте, наверное, еще раз. Подожди-ка, тут моргает что-то. Менеджер что-то мой тут заверещал. Открылось новенькое что-то. Это что такое? Оу, у нас тут, смотрите-ка, разные... Вау. Так, у нас 6 тысяч, да? А я ничего себе не могу. У меня вот здесь вот в данный момент какая-то вонючая забегаловка. Здесь 120 тысяч, 150. Слушайте, а где колесо какое-то? Для чего оно? Смотрим здесь. Оу. Да ладно, я что ли могу себе машины приобретать еще здесь? Да, ребят, походу дела. Ну, для начала велосипед хотя бы за 50 тысяч долларов. Это жесть какая-то. Так, хорошо, а вот это что такое? Так, давай это промотаем быстренько. Так. Что это такое, а? Один бонус в день какой-то. В данный момент у меня только эмочка находится. Видимо, можно себе вот этих ребят нанять. Я представляю вот этих вот, да? Оу, оу, круто. Блин, представляю, 5 лямов 500, блин. Ах, что-то мне аж захотелось это. Фига себе. 6 лямов 600, просто хранилище. Так, что еще? Так, Эмма, ты мне хочешь сказать, что мы что-то выполнили. Естественно, я никогда не откажусь от золота, ребята. Все, по-моему, да? Спасибо, дорогуля. Это того стоило. И у нас на почту пришло что-то. Ревард, заберем. Все, кажется. Да? Да. Ну что, ребят, давайте еще с вами попробуем разочек на лиге. Вдруг мы с вами повысимся по рангу и медальку уже какую-нибудь заработаем. Свою первую, а может пояс. Ну-ка, кого нам дадут? Ой, ой-ой-ой, это какой-то сильно крепкий. А вот этого, я думаю, что можно попробовать запинать. Челлендж бесплатно. Бон. Давай-ка вот так вот челлендж сделаем. Не знаю, что это нам даст. Так, что мы ждем-то здесь? Так, 3 победы сделать? Да, мне бы... Тихо, не надо буянить. Пробил меня, гаденыш. Воу! Что-то как-то кританули мы, ребят, с вами не по-детски. Да чтоб тебя, на, гад, получил? Ух. Я кого-то сам боксирую, на самом деле, ребят. Видели вы меня сейчас. Дергаюсь тут как
Уш на сковородке. Хотя у меня хадюкин накопился. Но он мне не пригодился. Миссия выполнена, ребята. Челлендж пройден. И что же мне за это полагается? Оу-оу-оу, 3 очка. Бонус X2. Так, 30. Ясно, поехали. Угу. Еще пакетик мне дают, да? Ну что ж, пускай открывается. Дженнифер что-то там пищит, верещит. Понял я теперь, что такое колеса. Это минус 30 минут. Достаются нам перчатки и 12 монеточек. Все вроде бы неплохо, ребята. Так. Что тут опять? Опять подраться не надо? Слушай, ребята, ну это я думаю, что мы с вами, наверное, уже будем делать в следующем выпуске, да? Прикольно. Мы потихонечку разбираемся с вами. Наверное, вы заметили. Так что всем пока, всем удачи и до новых, ребята, встреч. Кстати, вот тачка моя будущая стоит. Короче, до скорого, ребята.